братие, увидевши, яко не оправдится человек от дел закона, но токмо верою Иисус Христовою, и мы во Христа Иисуса вероваху, да оправдимся от веры Христовой, а не от дел закона. За ней не оправдится от дел закона всяко плоть, аще ли ищуще оправдится о Христе, обетовахомся и сами грешницы, Христос упо греху ли служитель, да не буде, аще бо аще разорихся я пати созидаю, преступника себе представляю, аз бо законом закону умру, да в Богове жив буду, Христове распяхся, живу же не к тому аз, но живет во мне Христос, а еже ныне живу во плоти, верою живу Сына Божия, возлюбившего мене и предавшего себе по мне. Изыди сеете семени своего, и когда сеешь, Бога по земле пуси, и по праву есть, и птицы небесные позабашие, а другой поди на камени и прозяк лучше, за ней не имеешь влаги, и другой поди посреди терни, и возрасти терни, и подави е. Другой же поди на земли, глази, и прозяв сотвори плод с тарицею, сия глаголи возгласи, имея уши слышать и дослышит. Вопрошах уже его ученицы, глаголющие, что есть притча сия, от жрече, вам есть дано ведать и тайны Царствия Божия. Впрочем же в притчах видящие не видят и слышащие не разумеют. Есть же сия притча, семя есть Слово Божие, есть же при пути суть слышащие. Потом же приходит дьявол и в земле Слово от сердца их, да неверующие спасутся. А есть же на камне, есть же когда услышит с радостью приемлет Слово, и сие корень не имут, и же во время веруют, и во время напасти отпадают. И же в терни падшие сие суть слышавшие, и от печали, и богатства, и сластьми житейскими ходящие, подавляются и не совершают плода. И же на доброй земле сие суть, и же добрым сердцем, и благим слышавшие слово держат, и плод творят в терпении. Сия глаголи возгласи, имея уши слышите, да слышите. Братья и сестры, лирическое отступление. Я хочу поблагодарить Константина, вот он по центру здесь стоит, он снимает наши с вами службы. Ну вот он, по моему рождению, вот такой интересный писал портрет. Я не ожидал, что такие таланты, в общем-то, их надо выявлять. Называется «Отче с младенцем». Если вы видите, здесь вот, я сначала не увидел, но тут с правой стороны мы палатка внизу. Ефросинецкая церковь, а тут наш настоятель в руках держит младенца, то есть вот этот собор. Константин, огромное спасибо тебе за твои труды, но и за твои таланты, которые мы теперь с вами вместе увидим. Я не мог не вынести это, он меня в алтаре поздравил, но я думаю, что это не моя радость, только это вообще это такая... Здесь история, да? Спасибо, Господь, Константин, еще раз. Повестрение все весь флаг благодарю за чудесное пение, за чудесную службу. Спасибо, Господь. Ну а сегодня, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с воскресным праздничным днем. Неделя 21-я, десятница. И, дорогие братья и сестры, мы с вами слышали сегодня евангельское чтение, евангелие от Луки, притча о сеятеле. И мы ее прекрасно с вами знаем. Но родные мои, до скончания веков
звучать это обращение Господа ко всем верующим, оно будет звучать до скончания века. Потому что Господь наш Иисус Христос, Он ответил нам с вами на волнующий нас вопрос. А почему в реально существующего Бога, в реально существующего Бога есть люди, которые не веруют? Вот сегодня Господь как раз нам и разъяснил, какие причины являются препятствием для того, чтобы все люди верующие не были. Потому что мы с вами знаем, нам открыты, как верующие люди, что Господь Бог хочет каждого человека спасти, а для этого нужно привести в разумение истины каждого человека. Почему я говорю о реально существующем Боге, родные мои? Но когда мы с вами смотрим на сотворенных Господом Богом окружающих нас мир, ведь Он удивительно чудесный, Он удивительно красиво создан, начиная с какой-то маленькой ножечки, кончая Вселенной. И мы прекрасно понимаем, что это действительно такой сложный мир, который мы видим вокруг себя, не мог случайно возникнуть. Это явно продуманный гениальным инженером мир, который нас с вами окружает. Что касается, например, безбожников, ну, они, как вы знаете, противопоставляют науку и религию. И говорят, что наука противостоит религии, и это обман. И это, родные мои, обман. И мы должны это помнить обязательно, потому что Священное Писание четко совершенно говорит, прямо наставляет людей: изучайте творение Твари Божией, изучайте все, что сотворил вокруг нас Господь Бог. Наоборот, изучайте. И, как сказано, спросите у скота, и наставит вас птицы небесные, и возвестит вам, обратитесь к земле, и так далее, и так далее. Наоборот, Господь Бог говорит о том, чтобы мы изучали творение Твари Божией. Вы знаете, я когда еще работал архитектором, я очень хорошо, ну и даже учился когда, мы изучали историю архитектуры. Но вот что человек придумал для того, чтобы были какие-то большие здания. Вот если мы возьмем Египет, вспомните, там были большие колонны, на которые ставили балки. Если расстояние между колоннами удлинялись, больше делалось, да? Тогда нужны балки еще больше делать. Следующий шаг человечества – это римляне придумали арки. И вот здесь у нас, видите, одна колонна, вторая колонна, но там арка. То есть расстояние между колоннами увеличилось. Это все достижение человека. И вот появилась, когда я еще учился, такая наука, как архитектурная бионика. Что такое архитектурная бионика? Когда люди наконец начали смотреть на окружающий нас мир и удивляться этому. А как получается, что колосок на этом стебельке, тоненький стебелечек, а здесь колос налитый, дует этот ветер, а ничего не получается, не ломается. Я не имею в виду какие-то может быть, тайфуны и тому подобное, то есть то, что противоестественно, неестественно, исключительные случаи. А так вообще-то интересно, а почему вот этот тоненький стебелек выдерживает такую тяжесть? Наконец-то задумались и начали изучать. Ну как это? Что ж там за такая структура? Что там за конструкция такая? Кем она выдумана, эта конструкция такая удивительная? И вот тогда появилась архитектурная бионика, когда начали вот эти вот, вы видели, целые стадионы покрывать, и никаких колонн нету, ничего нету. Все это взято. Когда начали в конце концов изучать творение Твари Божией, то, что Господом Богом сотворено. Почему такие большие пролеты держатся? Именно благодаря изучению того, что сотворил Господь Бог. Ну и мы с вами более старшие, помните, мы с вами учились, и нам все время говорили, что наука – это перечень ответов на все, на любые вопросы, которые возникают у человека. Перечень ответов на все вопросы, которые возникают. Ну, так как этих вопросов, на которых ответа нету в науке, огромное количество, ну, говорили о том, что, ну, может, скоро наука там чего-то там изучит и какие-то подобные. Дорогие братья и сестры, а теперь при нашей с вами жизни
уже совершенно концепция изменилась. Уже говорят, что наука – это не перечень ответов на вопросы, как нас с вами учили, но более старших, наверное. А это просто метод познания. Метод познания окружающего мира, способ познания окружающего мира. И все. Никаких ответов не дается. Потому что, как, вот опять же, мы с вами более старшие учились, как нас учили. Молекула – это самая мельчайшая там частица. И вдруг казалось, что там атомы есть. А там протоны, нейтроны, а там еще. И оказывается, это бесконечно, что микрокосмос, что макрокосмос. И туда это бесконечность, и этого не изучить. Еще Господь с осторожностью открывает нам какие-то свои истины. Почему с осторожностью? Потому что эти все открытия, на что идут большей части, убивать, чем больше людей, изощренно оружие изобретать. Поэтому Господь еще придерживает нас для того, чтобы мы совсем не узнали суть всех явлений и суть бытия нашей с вами планеты. И вот вопрос стоит. Так а почему люди неверующие? Вот сегодня Господь нам ответил на это. Вот. Четыре категории людей есть. Одна из них, которой мы с вами мечтаем быть. Это что за категория такая? Чтобы у нас была добрая, благодатная почва, чтобы Слово Божие попадало на наши сердца, мы просим, молим Господа и святых, чтобы действительно давало сторицы, всходы, чтобы действительно, как сегодня Господь сказал, чтобы мы действительно верующие шли путем спасения, то есть бытия в вечности с Ним, нам открыто это, родные мои. Но для того, чтобы спастись, что нужно быть? Надо быть верующим. Без этого, то есть вера – это ключик, который открывает нам двери. Разумение всего, что нас с вами окружает. Когда начинают говорить, что все случайно, там, это просто… Люди не могут ответить на многие вопросы, поэтому берут это слово «случайно». Случайно все так вот получилось. Не может быть такого никак. Действительно настоящие ученые, они говорят, что нет, не может быть случайно, особенно из неживой материи, ни с того ни с сего, чтобы возникла живая материя. Никогда этого не может случиться. Нет. Я вам уже говорю на ссылку на атомщиков, лауреатов Сталинской, позже государственной премии, дважды лауреатов, которые говорили, из неживой материи живая никогда не возникнет. Случайности не может. Поэтому мы-то веруем совсем по-другому. А вера чего? От слышания. Слышание чего? Слово Божие. Вера от слышания. Сегодня мы в Евангелии. Апостол Евгений Смука как раз нам сказал об этом. Что неверующие люди, они смотрят на окружающий нас мир и не видят. Они слушают и не разумеют, не понимают ничего. Даже если сейчас вот жена привела мужа, которому церковь совершенно не нужна. Ну вот он слышит, что я говорю, и он не понимает, о чем речь. Он так просто говорит человек, да и все, какие-то свои слова и так далее. Нам-то с вами открыто. Я думаю, что мы понимаем, о чем мы говорим сейчас, о чем мы сейчас думаем с вами и так далее. Итак, вера от слышания от Слова Божия. Вот вышел Бог. Семя свое, то есть слова свои, нести каждому человеку. И мы должны помнить, что Господь Бог хочет каждого человека спасти в понимание, для этого нужно привести в понимание истины каждого человека. И Он бросает эти семена, то есть слова свои человека. И вот есть люди, которые, как семена, попавшие на дорогу, то есть только дорога. Это движение туда-сюда, постоянная масса, это утоптанная, жесткая, какое-то отцовское основание. Это люди, которые живут придуманными, или так, не ими придуманными целями, а цели, которые дьявол им насадил в их сердца. И сегодня Господь четко совершенно сказал, очень прямо сказал о том, что когда вот действительно едет там человек мимо нашего с вами прихода в троллейбусе, а тут колокол зазвонит. Что такое колокол? Это Слово Божие, родные мои. И вот попало на сердце этому человеку.
что-то там внутри шевельнулось в нем. И как Господь сегодня сказал, тут же дьявол прибегает и вырывает вот это слово, которое попало на его сердце, этого человека. Вырывает, чтобы, и сказано четко, чтоб не уверовал и не спасся. Вот сегодня апостол сказал, чтоб не уверовал и не спасся человек, чтоб он погиб. Вот это первая категория людей. Родные мои, мы должны молиться о них. Люди часто приходят и говорят, вот такой-то, такой-то человек плохой и тому подобное. Родные мои, а почему мы тюрьмы посещаем постоянно? Почему? Мы идем к плохим людям, которые даже часто, многие из них не только наступились, а вообще просто в принцип жизни своей превратили вот этот нарушение уголовного кодекса, я мягко говорю. Даже в принципе, и то мы пытаемся каким-то образом достучаться до их сердец. Вы знаете, сколько у нас ребят с нашей колонии, которые там, тут на Каливанийской когда-то она была. Сколько ребят здесь. А священник, мы даже за него, ну вернее, он стал священником. А он там сидел. А есть препятствия, чтобы его не рукоположили, а мы, в общем-то, говорили о том, что ну как же так, он был в нашей церкви, он изменился, и как же мы его поддерживали, чтобы его рукоположили. А сейчас батюшка несколько храмов построил в одной из епархий, а его сделали уже многочинным. А сколько у него детей, уже я даже и со счету сбился. Да, он оступился в свое время, да, но он пришел же в нашу церковь тюремную, и он изменился, и у нас тут тоже ребята работают. Поддерживать, конечно. Вторая категория, которую мы с вами знаем, это категория людей, которые, когда семя попадает на каменистую почву, ну, дочечек пошел, и без расходы пошли, а корней-то нет. Это, в общем-то, люди, которые эмоционально воспринимают веру Христову. Особенно это было очевидно в начале 90-х годов, когда гонения на церковь прекратились, и тогда масса людей пошла в храм Божий. Уже не было страшно. Мы крестили по 200 человек в одну смену, потом 400, одновременно 2 из нас крестили, потом 3 добавили в кафедральный собор, 600 человек. За 2 часа такое огромное количество людей, они пошли в церковь. И вот эти люди, ну, мы их называем неофиты, вы знаете, да? Неофиты разные бывают. Есть те, которые только пришли и не были воспитаны в религиозной вере, да? Родители были, может быть, даже и неверующими и так далее, но которые понимали, что это что-то очень сложное и нужно обязательно узнать суть этого. И тогда садились за книгами, читали, пытались понять, шли к Богу, ну, тяжелым путем. А были другие, которые пришли и решили, ой, я сейчас послезавтра там почитали житие, какое-то святое, она почитала житие святой какой-то, который там 200 поклонов земных делал там ежедневно. И вот она, я буду делать 300 поклонов. Я ей говорю, что ты хоть 10 сделай, достаточно для тебя 10 и 300. Это очень, это страшная трагедия, потому что это непонимание того, что такое вера. Если мы будем Иоанна Лествичника читать его лестницу, так там поступенечко, постепенно, постепенно, и это святая жития, которая читала эта женщина, да, так она сколько лет шла к тому, чтобы действительно земной поклон стал ей необходим. Она, это как воздух дышать. И она их делала действительно такое большое количество земных поклонов. А тут я сейчас послезавтра. Или там молодые люди, которые, ну, начитались, и им уже старцем хочется стать. Что такое старец? Ну, чтобы вокруг стояли люди, слушали, а ты говоришь красиво и тому подобное. И вдруг оказалось, что вера – это нелегко, оказалось, это тяжело. От многого нужно отказаться, от всех привычек, которыми ты раньше жил, и тому подобное. А как и не хочется. И сегодня Евангелие сказало, когда трудности начинаются, отпадают от церкви. Эти люди, которые не имеют плод корней, не пустили корней. Или если будут какие-то искушения, то есть преследования церкви, мы, каждый из нас, родные мои, давайте зададим друг другу себе вопрос, а как я поведу себя?
если завтра опять начнутся гонения, если опять аресты будут, если опять сажать, расстреливать будут, я выдержу и останусь верным Христу или нет. Должны мы это как-то контролировать себя. Это вторая группа. А третья группа – это те люди, которые, да, действительно уверовали, но на первое место не стоит поиски Царства Небесной правды его нет. На первом месте, как в притче сказано, тернии, то есть сорняки. Что такое сорняки? Это заботы наши мирские. И мы должны заботиться о себе своих. Я постоянно повторяю слова апостола Павла. Кто не печется о ближних своих, тот отрекся от веры хуже неверного. Кто не печется о ближних своих, тот отрекся от веры хуже неверного, апостол сказал. Попечение о ближних своих – это наша обязанность. Иначе мы отреклись от веры и хуже неверного. Да, на первом месте должна быть поиски Царства Небесного. Господь прямо нам сказал, ищите прежде всего истину о спасении. Остальное я знаю ваши все проблемы. И то, что пойдет на благо вам, подтолкнет вам и будет вести к спасению, я вам помогу. Господь нам это сказал. Вот это третья категория людей, у которых заботы мирские, они уже на первом месте стоят. Притча о брачном пире, помним, да, с вами? Брачный пир Господь позвал на брачный пир, как мы сегодня с вами пришли на брачный пир. Сегодня мы с вами услышали призыв Божий и пришли на брачный пир. Вот он состоялся, брачный пир, родные мои. Ну а другие, там у них масса забот каких-то, надо то делать, то делать, то делать. А потом начинают делать, а у них и не получается ничего, потому что нет помощи Божией и благословения Божией на эти труды. А у нас, я не знаю, как вы, ведь когда в церкви побудешь, и потом вечером вспоминаешь какой-то день длинный, чего-то всего много чего получается сделать и так далее. А если этого не делаешь, там проваляешься, ну вот уже обед, ой, обед уже. А через какое-то время, так смотри, уже 5 часов вечера, так уже и вечер как бы там и все. И что ты сделал? И ничего не сделал, потому что Господь Бог тебе не помогает. А мы пришли сегодня на брачный пир. И дай Бог, чтобы так действительно помогал Господь и был рядом с нами. И мы с вами, естественно, просим Господа, чтобы действительно нам с вами, родные мои, Он помогал, чтобы мы шли действительно путем спасения. Дорогие братья и сестры, сегодня именно, в этот день, Святая Православная Церковь, Белорусская Православная Церковь, я так сказал, Белорусская Православная Церковь подпоминает собор новомучеников, исповедников земли белорусской. Собор новомучеников, да, и исповедников земли белорусской. В 2011 году Святой Собор Белорусской Православной Церкви как раз вот назначил этот день, 29 октября, сегодня. А вот завтра вообще удивительный тоже день, который в 2021 году Священный Собор всей Русской Православной Церкви назначит поминовение всех православных христиан, которые безвинно от рук безбожников убиенных и безвинно пребывавших в заточении. Родные мои, 25 января по старому стилю Святая Православная Церковь поминает вообще всех исповедников, новомучеников, исповедников земли русской, всей русской земли. Но специально, смотрите, как сделано было, что Священный Собор Русской Православной Церкви 30-го, то есть завтра, в понедельник, мы будем поминать вообще всех православных христиан. И вот вопрос, а почему выбрано именно 29 октября и 30 октября для поминания всех, кто пострадал от безбожной власти? Дело в том, что в 1937 году, родные мои, именно 26, 27, 28, 29, 30 октября одновременно по всей Руси, по всему Советскому Союзу, во всех городах одновременно расстреляли десятки, одновременно в эти дни расстреляли десятки тысяч верующих людей. И там не только священнослужители. Священнослужители, там до 5 тысяч было расстреляно сразу одновременно. А
А епископов Ежов, когда Сталин докладывал об этом, он говорил, а уже епископов и никому не осталось, ну, единицы остались, несколько человек осталось епископов, которые уже административно управляют Русской Православной Церковью не смогут, и поэтому она просто развалится, уже в скорости развалится. Почему такое остервенение было от безбожников против Церкви Христовой? Дело в том, что с 1932 по 1937 год была пятилетка безбожия. Была поставлена цель, что слово «Бог» больше не звучало в Советском Союзе. Вот такая цель была поставлена. И, дорогие братья и сестры, это усилий огромное количество было. Храмы все отнимались, взрывались и отнимались под другие нужды какие-то. А, кроме того, воинствующие безбожники, вот их организация, это она везде была. Вот это запугивание, репрессии и так далее, агитация против религии, против веры, против церкви была ошеломляющая. А потом подвели итоги, то есть прошло, значит, как бы подсчет населения, да, в Советском Союзе тогда как раз появился. Но они вот для того, чтобы определиться, что, какое отношение людей к религии, они включили пункт «Ваше отношение, значит, к религии», да? И вот в этой пятилетке, в 1939 году, треть населения городского по всему Советскому Союзу, третья часть людей, живущих в городах, сказали, что они православные верующие христиане. А сельском жители две трети. И тут мы понимаем с вами, родные мои, что для людей в то время, хотя было страшно об этом говорить, да, все-таки побоялись Бога. Это слава тебе, Господи. Потому что, помните, как Господь сказал, кто постыдится меня вроде всем прелюбодейным и грешным, того и я постыжусь. И все-таки побоялись постыдиться Бога. Сказали об этом. Вот почему остервенел Сталин, почему все они остервенели. И вот начались вот эти дикие репрессии, расстрелы и тому подобное. Я говорю об этом, понимая, что у нас здесь есть люди, среди нас и православные сталинисты, но, родные мои, не я это говорю, а Священный Синод Русской Православной Церкви, Святой Синод Белорусской Православной Церкви. А кто хочет подробности узнать об этом времени, что делал Ежов и что он докладывал Иосифу Сталину, пожалуйста, возьмите историю Русской Православной Церкви митрополита Макария, вот этот период, и почитайте, там подробности такие, что страшно становится вообще от этого всего. Вот такие сегодня мы будем сейчас на молебне молиться о новомучеников и исповедников земли белорусской, а завтра еще вообще будем о всех православных христианах, которые безбожников пострадали в безбожные времена. Ну и, родные мои, я еще напомню, что на следующей седмице, в субботу, мы будем поминать икону Божьей Матери. Икону Божьей Матери Казанской будем поминать в субботу. Ну и во вторник мы поминаем, родные мои, апостола евангелиста Луку. Сегодня мы отрывок из Евангелия от Луки слышали. Это удивительный человек. Это единственный евангелист и иудей. Он был эллин, то есть грек, и весьма образованный, мы с вами знаем. Во-первых, у него литературный дар какой был. Он не только Евангелие написал, но и Деяния святых апостолов тоже апостол евангелист Лука написал. Он был сподвижник, соратник апостола Павла. До последних дней он был вместе рядом с апостолом Павлом, апостол Лука. Ну, еще раз повторюсь, это апостол из 70, то есть позже, когда жатвы было много, делателей мало было, тогда еще 70 апостолов было избрано на эти труды. Но он был врач, он был очень образованный человек. И если мы читаем Деяния и Евангелие от Луки, он обращал большое внимание на исцеление, которое совершал Господь наш Иисус Христос, ну а потом и апостол Павел, и апостол Петр, как врач. Он даже из Деяний видно, что он помогал апостолу Павлу как бы решать какие-то юридические вопросы. То есть это уникальный был тогда апостол, человек, грамотный человек. Но, родные мои, мы еще его помним по какому поводу? Он
первый написал икону, икону Божией Матери. Не икону, ну даже, а иконы. Потому что Владимирская икона Божией Матери, Тихвинская, там Кипрская икона на Кипре. Там на Кипре считаешь, это именно та икона, которую он именно написал. И список с нее, и многие другие иконы, которые написаны апостолом, евангелистом Лукой, которые мы сейчас с вами имеем, списки с этих великолепных икон, которые мы с вами видим. Ну и, родные мои, хочу напомнить немножко нашей с вами истории, нашего с вами прихода. 2007 год. Величайшая святыня православной церкви, глава апостола евангелиста Луки, пребывала здесь, в нашем приходе, 6 дней. Величайшая святыня. Представьте себе, 6 дней здесь была в 2007 году, глава апостола евангелиста Луки. Она почивает в Пантелеимоновом монастыре на горе Афон. То есть монахи афонские, они сюда привезли как раз главу апостола евангелиста Луки, умнейшего человека, его глава была у нас, родные мои. Я напомню вам, одесница Иоанна Крестителя. Она же у нас тоже 10 дней была. То есть та десница, которая касалась главы Иисуса, она у нас была. А стопа Андрея Первозванного, стопочка, которая дошла, когда он был в Черноморье, да, так он же поднялся под Днепру и на горы Киевские, поднялся, там крест водрузил. То есть эта стопа его тоже пребывала у нас. Вот такие величайшие святыни, родные мои, по милости Божией и по милости, конечно, как мы понимаем, и самого апостола Евангелиста Луки, и Андрея Первозванного, да, они все пребывали здесь у нас. Еще раз воскресный праздничный днем сердечно вас поздравляю, дорогие братья и сестры, помощи Божией в наших с вами трудах и пути по спасению. Дай Бог, чтобы наши глаза рассмотрели и видели, а чтобы наши ушки слышали и разумели. Спаси и сохрани, Господи.